Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Еламан Раимбеков, и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Неудовлетворительно. Глава ЖТСУ раскритиковал ход строительства студенческого общежития. На страже сотрудники чрезвычайных служб Казахстана подготовили 1700 пунктов приема эвакуируемого населения на случай возможного затопления. Нет тех вершин, что взять нельзя. Более 140 инвалидов области открыли собственное дело в прошлом году. В Казахстане идет полным ходом подготовка к паводковым ситуациям. Наступает весна, и уже наблюдается повышение температуры воздуха. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков заготовлены 13,5 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Подготовлены 1700 пунктов приема эвакуируемого населения, рассказали ответственные лица в кулуарах правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина. На контроль взяты свыше 460 опасных участков автомобильных дорог, 66 мостов и более 850 водопропускных труб, на которых закреплено свыше 880 единиц дорожно-эксплуатационной техники. Проводится ежедневное патрулирование автодорог и дорожных сооружений, готовы к паводковому периоду и в Алматинской области. Для этого предусмотрено 2 миллиарда 100 миллионов тенге. На случай осложнения ситуации на готове стоят 3500 человек и почти 2000 единиц техники. Держать все 40 опасных участков под пристальным контролем поручил Амандык Баталов. Значит, постоянный контроль, особенно вот, населенные пункты Талгарского района, вот, где хаотичная застройка. Не расслабляйтесь. Вот. Мишкатара, другие дела, техника. Все, сразу же мобилизуйте, организация. Ну, если где-то по вот этим республиканским трассам, Ержан, посмотрите, вот эти пропуски воды сверху, она везде, она по фронтально расположена по отношению к гор. Блай. И она же там сугинде, что в Жиналып, в Сужерде, озеро воп, через дорогу перелива не было. Цюндунга? Перелив болса, сразу размыв пойдет. Начнет размывать и жёлкет палат. В рамках своего объезда аким Алматинской области ознакомился с ходом строительных работ в микрорайоне Каратал. Здесь с прошлого года ведется реконструкция общежития для студенчества на 288 мест. Монтажные и отделочные работы подходят к завершению. Подробности в сюжете. Напомним, строительный объем здания составляет почти 50 тысяч квадратных метров и имеет высоту 13 этажей. Прилегающая территория общежития будет включать в себя несколько спортивных и парковочных зон. Не второстепенные вопросы озеленения. Ведь благоустройство – это совокупность мер, которые формируют на участке комфортную и привлекательную среду. А раз общежитие расположено в черте города, то оно находится в зоне ответственности городских властей. Об этом Амандык Баталов напомнил руководству Талдыкургана. Как будет благоустройство туда вписываться? Благоустройство, дальше идет живой изгородью, закроем их. Какой живой изгородью ты закроешь? Там дольше деревья посадим. Там после жары вы должны, все должны продумывать. Вот это, как дальше увязываться будет с тем. Видишь, вон там забор вот так довели, докончили там. Дальше что будет? Я не знаю, надо же вот это все решать. Амандык Баталов также указал представителям подрядной организации «Астана Курылыс» на медленный темп строительных работ и предупредил о том, что данный строящийся объект находится под его неусыпным контролем. Слушай, брак я вам не разрешу здесь делать. Нет, брак нам все равно. Завтра каток будем катать и грейдер вытащим. Медленно работать. Медленно. Людей, вот слышишь, я каждый день утром проезжаю. Я что здесь видел, что кипело здесь работа. Амандык Баталов также обговорил со строителями и архитекторами эстетический вид внутреннего пространства общежития. Он подчеркнул, что для законченности интерьера главного холла здания необходимо сменить цветовую палитру стен и облагородить их росписью. Глава региона также заметил, что по окончании ремонтных и отделочных работ пространству требуются живые цветы, зеркала, жалюзи.
Амандык Баталов осмотрел практически каждый уголок строящегося объекта. Кухня, столовая, кинозал, студенческие комнаты. Конструктивная критика главы области и его замечания были приняты к сведению подрядной организации и руководством Талдыкургана. Строящиеся общежития находятся в еженедельной зоне контроля руководства региона. Зато в отличие от Астаны-Курылыс, работа другой строительной компании «Базис» была отмечена похвалой Амандыка Баталова. Речь идет о еще одном крупном строительстве – крытом плавательном бассейне, площадь которого составит 27 тысяч квадратных метров. Его архитектурный ансамбль и прилегающая территория будут перекликаться с зоной парка «Жастар». Вы сами делаете, да, мы сами будем делать, да. Я с Александром Викторовичем вчера встречался, да. 2 часа дня. Ему объяснил, все рассказал. В принципе, готовились. Не надо выдумывать, смотри. Вот его кабинет ты должен, это ты же автор, с парком, да? Его. Да, это продолжение просто. Вы поняли, да? Да. Вот с тем парком увязать, но здесь может быть что-то новое. Сооружение имеет силуэт рыбы. Такой необычный архитектурный облик станет очередной изюминкой Талдыкургана. Здесь жители будут проводить свой досуг, а также они станут свидетелями масштабных водных олимпиад. Евгения Присяжная, Жасулан Шенгинже, телеканал ЖТСУ. Свыше 95% жителей Алматинской области охвачены обязательным медицинским страхованием. Это чуть более 2 миллионов человек. Такие данные озвучены на совещании под председательством заместителя акима области Батыржана Байжуманова. На сегодня в медорганизациях региона для оплаты взносов ОСМС установлены 52 терминала. В соцсетях проводится большая разъяснительная работа, а также подворовые обходы. Однако есть и проблемные стороны. 43 тысячи человек до сих пор не актуализированы, еще 13 тысяч не прикреплены к поликлиникам. По словам Батыржана Байжуманова, работа по реализации ОСМС проводится не на должном уровне. До 1 апреля он поручил исправить ситуацию. Добавим, всего из 2 миллионов жителей Алматинской области от уплаты взносов по ОСМС освобождены 1 миллион 183 тысячи человек. Они входят в 15 категорий социально уязвимых граждан. Кроме того, говорили и о мероприятии по предупреждению коронавируса. По озвученным данным, с декабря прошлого года по январь 2020-го границу с Китаем пересекли свыше 7 тысяч человек. На сегодняшний день практически все проверены. Жалоб на состояние здоровья нет. Тем не менее, расслабляться нельзя. Медучреждения области должны быть готовы к любой непредвиденной ситуации, заключил заместитель акима Алматинской области. Знаете, ситуация в мире уже напряженная. Страна, где началось распространение, уже больше 77 тысяч заражено. Со своей стороны тоже должны быть готовы ко всему. Сейчас мы развернули дополнительные койки, провизорные, какие там еще? Ну, стационары открыли дополнительно, чтобы если люди будут переходить, мы тоже со своей стороны будем их закрывать на карантин на 14 дней. Кроме этого, после этого еще 10 дней будут они под наблюдением. Государственная программа «Еңбек» в помощь людям с особыми потребностями. Благодаря новому проекту в Алматинской области трудоспособные инвалиды вовлечены в предпринимательскую деятельность. Какую помощь от государства может получить особая категория граждан, желающих открыть собственный бизнес, расскажет наш корреспондент. Не нужно стыдиться работы. Стыдно должно быть, когда ее нет. Так считает житель села Енбек Амантай Медитбеков. Инвалид второй группы ведет активный образ жизни, занимаясь хозяйством. А оно у него не маленькое. Заняться любимым делом он смог благодаря программе микрокредитования. На сегодняшний день на подворье Амантая 14 голов крупного рогатого скота молочной породы. Рачительный хозяин уже заключил договор с госплемстанцией на осеменение коров. 4 миллиона взял кредит. Под 6%, 6,1%. Но молочное направление и год каникулы. И этот кредит, я думаю, вовремя закрою. Она себе молоком оправдает, думаю. И вот сейчас плодится.
Стоит отметить, что это не первый заем Амантая Медетбекова. Свой первый кредит он получил в 2016 году в размере 3 миллионов тенге сроком на 4 года. Процентная ставка составила чуть более 6%. Из 2 лет кредитных каникул, предоставленных мужчине, он воспользовался 1 годом, а полученные деньги направил на приобретение 23 голов откормленного скота. Благодаря упорной работе Амантай смог досрочно погасить кредит. Вернуть раньше срока долг государству он планирует и в этот раз. В задумках животновода стоит и расширение хозяйства. Благо помощников хватает. Семья поддерживает начинание Амантая Медетбекова. Корма были у меня свои. И я 23 голову взял. Ну, не могу сказать плохо. Это очень хорошо. Государство помогает. Очень это проценты низкие. В общем, все нормально. В Алматинской области численность инвалидов трудоспособного возраста достигает 43 тысяч человек. В прошлом году 903 гражданина были трудоустроены на постоянную работу. Из них 148 обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес». 74 получили микрокредиты, а 78 – безвозмездные гранты в размере 100 и 200 МРП на развитие новых бизнес-идей. Только за истекший год на микрокредитование людей с особыми потребностями было выделено около 250 миллионов тенге. Допустим, один человек берет 6 миллионов, другой уже берет 4, и также 1 миллион берет в основном на магазины, на пчеловодство. Но в основном большие суммы берут те люди, которые хотят уже разведение вот крупного рогатого скота. У них уже вот начинается от 4 до 6 миллионов тенге. С начала года 20 инвалидов уже трудоустроены на постоянную работу. И это не предел. В текущем году в Алматинской области планируется открытие архивного центра. Благодаря совместному проекту под названием «Цифровая фабрика» Министерства труда и социальной защиты и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в регионе будут созданы более 770 рабочих мест, что даст возможность трудоустроить еще 77 человек с особыми потребностями. Гульмира Тимиргалиева, Жасулан Шинкенже, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Мы продолжаем выпуск. Смотрите далее. Незаконная деятельность. В Вилийском районе обнаружили и закрыли лабораторию по производству наркотиков. За зеленую планету. Школьники Талдыкургана призывают общественность беречь окружающую среду. Спорт в массы. Доплату учителям физической культуры намерены ввести за проведение дополнительных занятий. Продолжаем выпуск. Нарколабораторию накрыли в Алматинской области. Тайное помещение было обнаружено при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обыска было изъято 47 растений весом около 26 килограммов, 295 свертков и 2 мешка готовой марихуаны весом 8,5 килограмма. Факт культивации наркотических растений, изготовления и хранения в особо крупном размере зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статьям 300, части 1, 296, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый, давший признательные показания, водворен в изолятор временного содержания. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом Алматинской области выявлен факт произведения и распространения наркотических средств жителям Илийского района. В доме 47-летнего подозреваемого в ходе санкционированного обыска на втором этаже обнаружена целая лаборатория по выращиванию, приготовлению и распространению наркотических веществ, как показала экспертиза марихуаны. К другим темам. Наследие Абая в назидание народу. Музыкально-поэтический вечер под таким названием провели студенты Евразийского юридического академии имени Динмухаммеда Кунаева. Для гостей и ценителей творчества великого мыслителя была представлена выставка с его произведениями. В этот вечер со сцены вуза в исполнении академического ансамбля звучали произведения основоположника казахской поэзии. Также студенты читали стихотворение Абая и его слова назидания. По словам ректора учебного заведения, подобные мероприятия нацелены на улучшение знаний студентов о казахской литературе и поэзии, в частности, о творческом наследии Абая Кунамбаева. Мы уделяем особое внимание творческому воспитанию студентов. Они активно принимают участие в таких поэтических вечерах. Думаю, если каждый студент будет ценить и чтить творческое наследие своей страны, он обязательно будет достойным специалистом в любой сфере. Мероприятие мы проводим в честь Дня Абая. Как вы знаете, что этот год
нашим президентом была поставлена задача о том, чтобы просветлять о истории Казахстана, о том, какие были именно были созданы Казахстаном, да, известные поэты. Мы считаем, что именно развитие на данный момент именно основ литературы самое главное для Казахстана. С песней «По жизни» концерт певца Дмитрия Мыцыка вызвал настоящий фурор у жителей и гостей Талдыкургана. Тому свидетельством масса бурных оваций и аншлаг в зале Дворца культуры областного центра. Мероприятие приурочено к юбилею исполнителя. В этом году ему исполнилось 40 лет. Для гостей представитель Алматинской областной филармонии Суинбая исполнил десятки песен на казахском и русском языках. В основном большая часть произведений жанра шансон. Помимо хедлайнера, творческий вечер украсили и выступления танцевальных ансамблей «Алтынай» и «Солнышко». Стоит отметить, что в ходе концерта зрители не раз аплодировали артистам стоя. Как говорят пришедшие от мероприятия, они получили заряд энергии и бурю положительных эмоций. Берегите природу. Около сотни детей приняло участие в концерте, посвященном теме экологии. Мероприятие состоялось в стенах Талдыкурганской школы номер 17. Свою позицию о необходимости бережно относиться к окружающей среде учащиеся выразили в литературно-музыкальной постановке. Уверенная и артистичная игра юных исполнителей не раз срывала аплодисменты зрителей. Специально подобранная программа напомнила присутствующим о том, что главное наше богатство – это природа. И чтобы сохранить всю ее красоту, необходимо как можно чаще проявлять интерес к флоре и фауне. По словам руководства школы и организатора, учебному заведению уделяется большое внимание вопросу окружающей среды. На базе школы создали специальный экоотряд. В нем состоят около 70 учеников с 1 по 11 классы. Мы вместе с детьми высаживаем деревья на территории школы, ухаживаем за клумбами. Во-вторых, мы еще с ребятами участвуем в разных выставках. Вот эти поделки, которые сделаны, это сделаны руками наших детей. Мы рисуем на тему экологии, мы выполняем определенную работу по озеленению школы. Учащиеся нашей школы часто участвуют в Малой академии наук. У нас заманы везде первые и вторые места. Как раз по экологии мы выступаем с научными работами и занимаем призовые места. Преподавателям спортивных дисциплин хотят ввести доплату за дополнительные занятия. Надбавку учителям планируют ввести за проведение внеклассных занятий по физической культуре и спорту. Об этом сообщила министр культуры и спорта Актота Раймкулова. В этой связи, по ее словам, предусматривается расширение сети детско-юношеских спортивных клубов и врачебно-физкультурных диспансеров, а также обязательное внедрение элементов национальных видов спорта на уроках физической культуры на всех уровнях образования. Кроме того, отмечает министр, предусмотрена доплата учителям за проведение внеклассных занятий по физической культуре и спорту, обеспечение штатных единиц инструкторов по спорту для работы с населением. Также будут реализованы мероприятия по увеличению количества спортивных соревнований путем популяризации физической культуры и спорта среди школьников. Согласно предоставленной пресс-службой ведомства информации, законопроект планируется внести на рассмотрение парламента в апреле 2020 года. Дене шынықтыру және спорт бойынша сыныптан. Правительством РК на 2020 год разработаны проекты закона по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты касательно развития массового спорта на 2020-2025 годы. В целях развития физической культуры и спорта, а также увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом, предусмотрена реализация ряда мероприятий. Законопроект предусматривает формирование у населения стремления к здоровому образу жизни путем занятий физической культурой и спортом. В Талдыкургане завершилась ночная лига по мини-футболу среди государственных служащих. Всего за время турнира забито около 120 голов. Самый результативный игрок оформил 13 мячей. Победитель определился по общему количеству очков. Так, по итогам всех игр, абсолютным лидером стала команда областной прокуратуры. К слову, два игрока правоохранительного ведомства удостоились звания лучших игроков чемпионата.
На втором месте закрепилась команда аппарата Акима Алматинской области. И третье призовое место завоевал Акимат Коксульского района. Напомним, в ночной лиге принимали участие 16 областных управлений. Их сотрудники разделились на 7 объединенных команд. Теперь обладатели первого места встретятся с победителями прошлого года. Следует отметить, турнир приурочен к началу года волонтеров. Действительно, турнир прошел очень такой обстановке, очень сильные команды. И мне очень радует то, что сейчас молодежь большое внимание уделяет спорту, именно мини-футболу. Талдыкурган развивается в этом плане. И более того, когда это проводится среди госслужащих, это вдвойне приятно. И прокуратура Алматинской области, она впервые участвует в сегодняшних мероприятиях. Все было отлично. Мы признаны победителями. Взяли номинации «Лучший вратарь», «Лучший нападающий». Ну и команда показала, как говорится, здоровый дух. Среди госслужащих команд очень приятно. Спасибо. Почаще, чтобы организовывали такие турниры. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.